Здравствуйте, дорогие мои любители музыки! Сегодня на нашем канале вас ждет очередной разбор пьесы на фортепиано. И на этот раз мой выбор пал на волшебную и завораживающую мелодию «Secret Garden». Эта проникновенная и одновременно печальная и светлая композиция уже немало времени будоражит умы и сердца многих слушателей, рождая десятки ассоциаций и альтернативных названий. И неважно, чем эта мелодия окажется для вас – садом Эдема, эльфийской песней или мелодией души. Самое главное, чтобы в ваших сердцах поселилась музыка. А мы поможем вам разобраться со всеми тонкостями ее исполнения. Поехали! Как только не называют эту красивую композицию в сети. Мелодия души, слезы Моцарта и так далее. На самом деле, друзья, вы-то точно знаете, кто автор этой композиции. Поэтому мы сегодня с вами разберем ее вместе. Как всегда, определяем тональность и размер. При ключе у нас с вами три бемоля. Заключительная нота до. Значит, мы в тональности до минор. Размер 4 четверти. Так как у нас достаточно развиты обе партии, я имею в виду и правой, и левой руки, давайте начнем разбор с левой руки. Но так как у нас с вами здесь есть разметки по буквам А, Б, С, Д, они нам помогут, потому как у нас будет очень много повторов по 4 такта. То есть у нас с вами фраза будет строиться по 4 такта. Вот сейчас правой покажу вам тема. Дальше в Б она повторяется только с маленькой вариацией. Вместо одноголосия здесь двуголосие появляется. Вот. И украшение. Морден стоит. Дальше и С, и Д будут повторяться. Давайте посмотрим, что же у нас в левой руке происходит. До, соль, ми. То есть фактически мы берем с вами развернутое трезвучие, только нотку ми выносим наверх, и получается до, соль, ми, дальше фа, до, ля бемоль, си, фа, ре. То есть все время децимы. Ми, си, соль и ре наверху. Дальше ля бемоль, ми, до, фа, до, ля бемоль. И красивый переход. Ля бекар и си бекар. Дальше повтор. Поэтому поучите левую руку отдельно. Она достаточно развита, чтобы вы не искали каждый раз нотки. Переход другой, будьте внимательны, восьмой такт не такой, как в четвертый. До, соль, до, ре, ми бемоль. Далее, попробуем соединить вместе. Начинается за такта правая рука и на ми бемоль вместе. Вместе. Сейчас 4 нотки вместе в правой восьмой и в левой восьмой. Теперь в левой четверть. Тянем половинку, левая сама доигрывает. В принципе, удобно их соединять. Снова такой же ритм, как и в предыдущем такте. До совпали, удобно. И пришли в соль мажор. Доминанта для до минора. Б повторяется, помним. Только добавим с вами двойные нотки. Вот они. Квинта, ля бемоль, ми. Сейчас будет септима, фа, ми. В правой. Дальше в правой руке стоит украшение. Перечеркнутый мордент. Если мордент перечеркнут, значит у нас вспомогательная нотка вниз. Если бы был бы не перечеркнут, вверх был. Перечеркнут, значит вниз. Снова. Такой такт у нас уже с вами был. Номер 3. Вот он сейчас повторяется. 7. И в до пришли. Дальше буква С в точности повторяет букву А, поэтому ее можно не разбирать, а буква Д повторяет букву Б. Единственное, окончание 16 такт. Вот посмотрим, прям с 16 такта. Здесь переход. То есть развернутое до минорное трезвучие. И пошел другой эпизод. Давайте посмотрим здесь отдельно левую руку ля бемоль. Ля бемоль остается только не на ми, а на фа теперь. Так как здесь достаточно большие расстояния между нот, поэтому хорошо, если вы будете помогать себе запястьем все время. Фа минор. Тогда ваше исполнение будет красивым, мелодичным и гибким. Переход.
Давайте теперь посмотрим, что в правой. И в 17-й такт. До повторяется. Опять мордент перечеркнутый вниз. Вспомогательное. Не ля играем, так как у нас приключение бемоль. Соответственно, знак остается от ре. Достаточно мелодичная тема, поэтому хорошо запоминается и ложится на слух. Давайте вместе. Раз, два, три, четыре. Теперь четыре восьмушки вместе, 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 вместе. Перечеркнутый мордент. Три нотки вместе. Соединять тоже легко. Раз, два, три. Почему посчитала до трех? Здесь три восьмушки, а здесь четверть с точкой. В четверти с точкой как раз помещаются три восьмые длительности. Раз, два, три. На четвертую вместе. И четыре восьмые играются вместе. Переход, четверть, четверть. И также начинается, как и Е, буква F. Правая у нас тоже самое играет, только вместо ля-бемоля вот здесь ля-бикар. Дальше идет секвенция, когда один и тот же материал повторяется от разных нот. Вот мы играли от до, спустились. Теперь от си-бемоля и от ля-бемоля. В левой смотрим. Здесь достаточно такая непростая левая. Ля-бикар. Непростая по гармонии, просто фа-диез. Для запоминания вам текста. Ми-бикар. Далее фа-минор. Ми-бемоль. И от ре. Трезвучие фа-минор. И си-бикар. Давайте F соединим вместе. Это у нас с вами такт 20 из-за такта. И вот пошел 21 такт F. Снова считаем до трех. Раз, два, три. На четвертую вместе. Раз, два, три. Ждем левую. Точнее, правую. Левая ждет правую. Вместе. Опять раз, два, три. На четвертую вместе. Такой же ритм. Секвенция у нас с вами, если помните. Раз, два, три. Трезвучие фа-минор. Вот такое красивое произведение мы с вами сегодня вместе разобрали. Если вам интересно, обязательно посмотрите и другие разборы на нашем канале. Есть целый плейлист, поэтому переходите по ссылочке и ищите нужные вам произведения. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и жду вас на следующих занятиях. С вами была Евгения Торжкова. До новых встреч!